А когда уже пацаны будут голосового жаловаться, истории рассказывать, что их девушка бросила, там, что делать, подскажи, или такого не будет? В принципе, не удивил. Спасибо за 500. Короче, такая тема, то, что я реально так тоже подумал, может, реально так мне 50-ку закинуть, а потом подумал, блядь, пошел он был нахуй, блядь. Еще за его имя, блядь, донатить ему. В смысле? Нахуй, давай, знаешь, блядь, десятку сюда, ты заебал, блядь. В смысле ты подумал, блядь, что ну нахуй, как это? Давай десятку. Глянь, смотрите, борзый, дерзкий какой, слушайте, блядь. Мне кажется, донат заезжал примерно вот с такой позиции, знаете, он на стуле примерно вот так вот, наверное, сидел, блядь. Чисто ебать, чё ебать нахуй, блядь, донаты, блядь, запульной, блядь, шо, блядь. Ну как-то так это было. Как же охуенно окунуться в этот мир Доты, в этот волшебный мир. Просто многие могут подумать, то, что я школьник, ибо я сейчас болею, у меня ещё голос такой не на мой возраст, в общем. А так, удачного стрима, чтобы побыстрее игра нашлась. А какая разница, что подумают, ну, типа, блин, ну, даже если подумают, что школьник, какая разница-то? Можешь нормально сказать, сучка. Парниш с вебкама, это не ты за меня попался, а голос похож. Он даже ничего не сказал, а ты сразу обзываешь ебланты. Ебланты, тупой. Ебаный в рот. Свена, не пикай, дебил, я фармить буду. Не пикай, Свена. Не пикай, Керри, дебил. Иди нахуй, блядь, тебе фарма не будет. Я репорт кидаю. Злой школьник, блядь. Блядь, ну в этой игре ВР-ка хорошо заходит. Но мы все равно проебем, потому что у меня злые школьники посрались. Fuck you, fuck you, fuck you. I farm. Уёбище. Да иди ты нахуй. Алло, малой, ну фарм, чё ты ебало там раскрыл свое картавое? Ну, блядь, не выёбывайся, блядь. А чё я выёбываюсь, да? Там фарми свой топ, блядь. Ну опять ты ебальник открыл. Так иди ты нахуй, блядь. Я буду как долбоёб тупо, знаете, вот этот вот, когда у тебя безысходность. Тупо автоатачить оппонента. Когда просто у тебя выбора нету. То есть фармить с ним это такое себе, потому что у него слишком... Опа. Подачка. Подарочек. Что, будешь еще смеяться? Красава. Еба. Опять ты ебальник открыл. Ну что сделать? Ты выебываешься, вот твоя? Чё ты выебываешь? Нет, ну выебываешься ты. Ты выебываешься, а не я. Чему ты выебываешься? Тебе никто не обращается. Ты можешь просто ебало завалить. Ты выебываешься, наверное, то, что у тебя типа микрофон есть, да? Ты понимаешь, что микрофон в 2020-м, это, ну, не нужно выебываться своим микрофоном, блядь. Понимаешь? А, стрей, понятно. Все. А, блядь, пиксельный нахуй. Да, я о том же. Не надо мансовать под башней, будь нормальным парнем. Вот и все. Он выебывался, я ему пизды дал. Вот, возьми. Куда ты, блядь, собрался? Вау, кибератлет? Еще есть? Ай-яй-яй! Так ты, блядь, заебал меня превращать в какую-то хуйню, блядь. Сетка, хуетка, блядь, превратил, колдун ебаный. Пошел ты нахуй, ебаный колдун, блядь. Отъебись. Пошел нахуй, хейтер, стрим-снайпер на расте, блядь. Живущий в миде, ладно, хуйню дали за меня. 4 дурака в миде, это нормально? Мирана, Раста, Урса, Андерлорд. Да как же ты шаман меня достал на ту... Согласен, блядь. Надо шамана хейтить. Пацаны, хейтим Расту всей их семьей тебе. Да, да, да. Согласен. А то заебал хейтить меня. Думает, я его не захейчу. Пизда ему. Давай, давай убьем. Расту, Расту, фул ДПС, блядь. Конечно, тебе пизда, дура, блядь. Убивай его. Чё ты такой жирный, кстати, на Расте? Да иди ты нахуй! Пошел ты нахуй от меня, блядь! Хелп, блядь, что за хуйня? У меня обезьяна, дебил, ничего не нажал. У, сука. Он просто, блядь, шаклит нон-стоп. Он только держал обезьяну, он через 3 секунды меня держит. Конченый, что ли? Команда раков. Нубы в команде. Нубы в команде. Всегда. Нубы. Не, я все, я теперь официальный хейтер Расты. Я буду хейтить его всю игру, мне вообще похуй на всех остальных. Ты можешь хоть что-то сделать на своей макаке ебаной? Алло? Ударь его, дай первый скилл, блядь, нажми кнопку. Так, опять этот долбоёб. Не, я не пойду в пизду. Я не верю в то, что этот дебил нажмёт скилл. Он четверкой пикнул МК, а ты чё от него хочешь? Все нормально.
Салам алейкум, 12 тысяч людям, которые смотрят этот стрим. Кто-нибудь со мной хочет подраться, помочь мне хоть раз за игру? Я, конечно, понимаю, что я один могу. Давай. Нужны тиммейты. Ну, дастов у нас, естественно, нету, да? Поэтому я даже не пойду. Тихо. Ты шо? С лопатой бежит, ебать, хейтер. Ебать, их пятеро здесь опять. У меня нет шоколшета. Что-то есть? Нахуй в соло, ебать. На. Боже, как же я хуярю. Сосать раки. Привет, Стрей. Надеюсь, уже вспомнишь меня чутко. Малая обижается за то, что не сплю с ней. Я еду ее. Я думал, сейчас выживет. Реально думал, выживет. Ты случайно нажал на какой-то пиксель, и у тебя на стриме оказался. Как так вышло? Да ты, наверное, на тот пиксель нажал, на который я проплатил, чтобы рекламировать свой стрим, чтобы на нем наконец-то были настоящие люди, а не боты. Скорее всего, это было именно так. Не-не, ты стоишь, отдыхаешь. Я, конечно, не эксперт, но мне кажется, ты попал в битый пиксель. Понял? Лего, смотрите, я дал дуэли 5. Вы, мрази, хуй помогли. Смотрим, сколько выигранных дуэлей у легионки. Мой тиммейт 0. В тот самый момент, когда у тебя просто 0 дэмэджа. Тихо, мирно, спокойно играешь в дотку себе. 0 дэмэджа имеешь за 18 минут. Мой мальчик, мой тиммейт. Вопросы нахуй есть, блядь? Дизоль, блядь, щит и блейдмейл на фастбае. Охуеть. Гол дуэль, нахуй. Хорош. Ну а чего боитесь? Ёпт. Щит — это переходный айтем. Скорее всего, щит — это приходный айтем. Это когда тебя накрывает, ебать, ты щит покупаешь. Вот в этом не верится больше. Повезло, ебать, сработало. Давай дуэль кому-нибудь, алло, блять, вафельный. Ебать, засол. Да, ловлю, моё. В меня всё, блядь. Ебать, вы что, ёбнутые. Душа тебя, Стрей, душа тебя, мразь. Да, душилы лютые попались в этот раз. Душа туда, блядь. Ебать, душа нахуй, всё, блядь. Еду. Что ж они так, что они так душат, нахуй? Нормально, Магнус, нормально, тащи. Неплохо, да. Не, ну задушили нихуёво, ебать. Найс, дуэлечка. Ай-яй, неплохо, ну. Ебать, ты перевозчик смотрел фильм? Это про тебя. Пимав. Блю. Ну вы поможете мне? Перевозчики. Ты ни разу, кстати, не попал третьим скиллом еще, ни разу не видел. Нихуя себе. Неужели? Нихуя себе. Вот это реакция, блядь. Урса бежит по мурса. Куда ты, блядь, везешь, нахуй? Урс. Беги! Бегу. Ебать, накидали. Круги оставайся. Эх, угол не прохнул. Ну ты, конечно, блядь, да. Душат. За мной душат. У него Атос, Портос есть. Блядь, а кто это поставил? Что это играет вообще за адская хуйня? Почему тут рыгают? А нехуй выебываться на расте было на меня. Я теперь захейчу нахуй. О. Шо там, брат, блядь? Как с Рошаном дела обстоят? Каким он был? Таким он и остался. Воу, парни, полегче. На ульту не хватает, на ульту. Подвалился на сад. Так мне похуй. Что?
Алибарда, да? Понял. С МКБ, да? Сколько алибарда дает шанс Миса? Дайте напомним, освежим память. 25%, да? То есть мои 75% идут нахуй. Понял? Пал. Поймал. Какой будешь осуждать? Да, блядь, я вам выиграл этот нахуй. Иди. Урсу. Дуэль. Понял тебя. Ну, просто надо обязательно второй скилл на себя повесить, иначе он не умрет, а то он в шиклшоте стоит. Надо было на себя еще баф дать и БКБ нахуй прожать тебя, которого нету. Вот, я это начал, я это и закончу. Вижена ж нету у нас, правильно? Парни. Кого фокусим? Правильно. Выросли. Все, блин. Вся команда фулл хп, просто пацаны чисто со стрима наваливают в меня все скиллы. Ребят, они там с байбеком, у нас РП нету. Я бы отошел. Нету и там Акаки. Я бы нахуй пошел бы, вот. Реально. Два байбека там, отойдите. Спасибо, Дарликс Гордуни, за 500 рубасов за звуки ёбки. Надеюсь, это не тебя отчим там. Ну, ты понял. Вот, спасибо. Оу, ее. Гачи. О, фак, ес, бля. На малую этажу. Я фиг знаю, зачем я это сказал. У них байбеков нету, нам разок их отпиздить и все. Воу. Бля, я фокус фарм. На золке отпиздили, ёпт. Чё нахуй, чё, блядь? Блядь, какая играет дрочь? Это пиздец. Я просто в ахуе нахуй. На, сука, крипы подлые. Хорошая. Крипом ненавижу, сука. Причем, знаете, я на самом деле не почувствовал разницы, гачи это версия или обычная. Одна и та же хуйня, отвечаю. Типа вообще никакой разницы нет. Почему меня пиздят, ёбаный? Да, блять, можно с этой хуйни выйти уже? Мы будем пушить, у них два керри в таверне. А у нас вверх проносят, если что. Крипы. Толя, блядь, отойди нахуй. Крипы вверх проносят. Понял, портуйтесь дефать крипов, а этот умрет на макаке. Не, мы не можем запушить, у нас крипы пушат топ, поэтому все портнулись дефать пачку крипов. О, обиделся, кстати. Это, я говорю, буржуи все поголовно долбоебы в пабе. Он, типа, умер и обиделся, типа, выиграйте, типа, без меня я пошел хуярить лес до конца жизни. Потому что буржуйская сестра, ебать. Даст ты есть? Я ой, увижу Даст ты от блин, суппорта. Не, сейчас есть. Сейчас есть? Да. Хорошо. Беги. Красота, брат, мы с тобой команда. А где наша команда, кстати? Да. Тут, ёпта. Ну пойдем пушить, у нас макака все равно обиженный. Ну, блядь, брат, мне что-нибудь от тебя надо. Понял. Хоть так уже. Дай мне, о, да? А не вариант, крипов идем. Да вон, я веду крипов. Мы пойдем дефать крипов сейчас, я надеюсь, базы, или мы запушим, скажите? Мы запушим. Кому подписку? Давайте. Осторожно, сейчас можешь умереть. Не умру, я гоняю. Живи, ах, он увез, пусть она. Ломайте. Я на... Ты ебал, бот. Что ж не вяжет, блядь, нихуя не везет. Кому ты даешь дуэль? Хорошо. Ну вот мы и без обиженного на макаке выиграли. Не, ну такая, я знаете, блевотная макака изначально была. Друзья, добавь, ёпта. Спасибо за игру, сказал, пацаны, но... удачи вам в будущем. Друзья, добавляй, шанс есть, ёпта. Ёпта. Ладно. Я это начал, я это и закончу. Ну, неплохо с отчимом проводит время.